Полицейские задержали женщину, которая стащила кусты кизильника в центре Челябинска. Видео ее кражи запечатлел очевидец, выложил в соцсети и рассказал стражам порядка. На этой съемке горожанка выкапывает кусты на улице Лесопарковой и при этом не стесняется свидетелей. Здравствуйте. Что, воруете кусты? Посадим вон там себе. Не воруем, не берем. Ну вот, в полицию мы передадим. Очевидец обратился в полицию, и женщину нашли. Ей оказалась 59-летняя челябинка. Сообщается, похищенные кусты она посадила возле своего дома. Растительность вернули обратно на улицу Лесопарковую, а даме грозит административная статья «Мелкое хулиганство». Напомним, это не единственный случай кражи зеленых насаждений в Челябинске. Накануне полицейские обнаружили похищенные из городских клумб кусты возле частного дома в Советском районе. Нашли и злоумышленника. Им оказался 39-летний не местный житель. Как выяснили стражи порядка, мужчина выкопал больше 200 растений. Злоумышленник тайно похитил 235 кустов кизильника, причинив комитету дорожного хозяйства администрации города Челябинска ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. Похищенные растения челябинец перевез на своем автомобиле и высадил на территории земельного участка в Советском районе. Теперь южноуральцу грозит до 2 лет колонии.